не керівника Офісу президента. Пан Арестович в ефірі проєкту «Фейгін Лайф» розкритикував Захід за підтримку Путіна, мовляв, деякі країни досі роблять внесок в російську економіку. Також Арестович додав, що Захід зробив чимало, аби, ну, власне, легітимізувати Путіна. Міністр іноземних справ Британії Елізабет Трас со свойственной ее прямоту. В своей знаменитой речи, которая месяц назад была произнесена, где она говорила, что вся модель мира сменилась, взаимодействие и так далее, речь, там была сказана очень важная вещь. Она говорит: смотрите, мы сделали фундаментальную ошибку, мы Запад. Мы поверили, что геоэкономика изменит геополитику. Угу. Мы открыли России и Китаю, она говорила, доступ к технологиям западным, к западным рынкам. Мы сами пошли к ним и реализовывали пакеты помощи. Так вот, говорят, эти замечательные режимы, особенно на путинские, они использовали всю эту силу и всю эту веру Запада для того, чтобы усиливать свое авторитарное влияние и для того, чтобы в первую очередь атаковать этот самый Запад.